Так, здорово всем, ребят. Короче, я сейчас выясняю, что к чему. Вот, а там дальше уже видно будет, что к чему. Так, ребят, пусть корейцы что-то тупят, пока не на канале где-то. Вот, задержка 3 минуты уже, помните, поэтому я к вам буду с задержкой обращаться. Короче, тут как-то каналы попутаны.
Так, а как присоединяться к этой группе? Так, зашел все-таки на канал. Короче, зашел на группу сюда, видимо, какая-то она закрытая была, или я не понял ни хрена. В общем, ждем сетку, ребят. Часть людей все еще не может зайти туда почему-то. Понимаю, почему я, правда, того. А уже тут и сетка появилась. Так, Санчик стартовал уже. Блин, Сан с натуралом. Короче, давайте сетку вам покажу. Вот она сетка, Кин против Рекса, кстати, будет биться, можно ворваться. Классик, Кин, Рекс, так, смотрим вниз, я ищу пары адекватные более-менее, и самая адекватная, вот как обычно, продинамишь, самая адекватная начнется. Сан против вот этого чела было неплохо, к инновейшну можно прорваться попробовать. Килажур стоит, кстати говоря. Джакжик здесь бьется с целом. Потом с Хира Джакжик будет биться. Можно к Джакже прорваться попробовать. Tails Impact, кстати, тоже интересный пар. Так. Куда-нибудь надо прорываться, а то уже все начинается. Здорово всем, пацаны. У меня Джакжик где-то был. Ай-яй-яй, не успел я.
Здорово всем. Здесь что-то меня не называют, ну понятно почему, уж меня с конфы удалили, но это еще предстоит выяснить, что почем там. Так, про игру супер, в игру может быть хотя бы. Так, ну что, поехали, там кто-то FP стримит, говорит, чел, в общем-то. Поехали. Ну, супер с каким-то непонятным челом играет вообще. Сейчас, ребят, я лицо помою быстренько и продолжу.
Так, все, я здесь, ребят. Поехали. Супер против кого-то чела непонятного играть. Ну, с чего-то надо начать. Потом, конечно же, разыграются они будут поинтереснее немножечко. Игры. Вот. Задержка 3 минуты, помните об этом. Я думаю, все будет нормально. О, американский флаг какой-то. Так, там адептики пришли. Враг познает нашу здесь, среди теней. Среди теней. Так, все, я здесь. Рич, какая евроквали как закончилась? Евроквали на что как закончилась, смотря? На ЕМ, если она пока еще не закончилась. Ну, туда Блай прошел во второй день, который 28 числа будет, финальную самую квалю. Вот. Так что такие дела, ребят. Давайте смотреть, не будем париться, короче. Так, нет, навряд ли на отборочные будут ставки пилить. Может, на финальное отборочное запилят, где 16 человек будет, кстати говоря, наверняка они завтра будут проходить. Так, приходит супер, ну тут встречает его просто американский этот неплохо относительно. Кстати, неплохо прогнал его, я смотрю.
плюс гейты пошли, 7 гейтов сейчас строятся. Делается блинк, делается робо-бейт, сейчас будут дестабилизаторы, видимо, у него. Да, вошел первый дестабилизатор, будет гасить твайлайт. Супера делается этот глеф, а тут ничего пока не делается, у супера третий нексус. Ну, у супера не будет дестабилизаторов пока. Это печально, конечно. Так, ну тут, ребят, смотрите. Immortal Stalker, один дестабилизатор присутствует. Супер двигается вперед. Ба, оверчаж выставлено. Ошибкой было, конечно, не дать залп сразу, как вот он близко видел. Там адепты были на расстоянии выстрела от дестабилизатора, на самом деле. Вот, и можно было по ним бомбануть. Здесь молоко просто стреляет. Короче... Немножечко не хватает ему, чтобы отбиться. Там уверчаж, здесь уверчаж. Вроде как везде, везде отбивается. Адептами на мейне отбился. Здесь стрельнул, промахнулся в итоге. Неплохо так суперу прилетело. Смотрите-ка, просто его просто уделывают. А кто это такой вообще, не знаю. Зашел такой к суперу. Посмотреть, игра, тут его какой-то шатает. Но в Америка почти что зашатал. Но здесь вот, кстати, медленно адепты варпят. А, у него без глеф еще, их просто унижают. Эти адепты суперовские. Вообще в мясо, вот в чем прикол. Да ну, это вообще катастрофа. Нет, я что-то рано его начал хвалить, когда он уже проиграл фактически, да? Верчаш выставил, отбился наконец-таки. Но у супера слишком крутая ситуация. У супера плюс 2, и стабилизаторов хоть и нет, но как тут вытащишь? Никак не вытащишь здесь, очевидно, да? Ту супер призма на мейн прилетела. С призму то он уже больно делает. Ну, поначалу, смотрю, просто очень даже неплохо это держался, как бы потом его чуть супер зашатал с двух призм вообще в хлам. Вот, ну не успевает, короче, немножко. Почему-то пацан. Так, Immortal минуснул дарка сейчас. Неприятно, ну что поделаешь. Заходит американский протос сюда. И даже дестабилизаторы здесь уже ничего не способны, к сожалению, перевернуть. Здесь и дарки режут. Что-то вообще ГГ, короче. 1-0, супер.
Так, ну еще будет вторая игра. Ждем вторую, пока там сеточка вперед продвинется, естественно. Вот. А, это Стария. Или нет? А, Стария это Ясон. Ну нет, это не он. Мару там 2-0 Парадиса зашатал. Возможно, у Супера тоже не первая игра была. Так, что-то супер хост на хост не заходит. Уже вторая игра, видимо, это была. Как я понимаю. Другого у меня объяснения происходящего нет. А вот супер ожидает. Ну все, поехали. Вторая игра, ребят. Потом буду искать другие пары, более серьезные. Все равно стримить.
Так, ребят, вторая игра. Фу! Надо раскочегариваться по чуть-чуть, потому что, ну... Вы поняли, короче. Потому что... Так. 14.00, кстати, Байстрейт ТВ будет. Старлига. Финальная. Вот, раскочегариваться нужно, потому что, блин, что-то мне тяжело проснуться. Варди-то проснулся вчера, и Тимлигу стримил сегодня отборочную уже. Здесь Нексус пошел с двух адептов, начинает. Нов Америка, вот этот вот чел. Не знаю, кто это. Супер тоже с двух адептов. Супер вообще с четырех адептов начинает. Без Таргейта, что самое интересное. А смысл от четырех адептов без Таргейта вообще? Так, на Мару против Кьюриоса на кибетике пильнули ставочку. Да. Ну, наверное, на какие-то основные будут пилить, скорее всего. Так, самочувствие у меня нормальное. Стал я вполне нормально, просто в последнее время режим... Таков, что, ну, ложусь как бы в два, вот это Сунтрю было отдать, это просто таким фейлом было. Она не хотела отдаваться, нет, он ее подвел под адепта, чтоб супер расфокусил. Просто ложусь часа в два, как бы, я вчера закончил, но сразу мне не лечь. Как бы после стрима сразу не лечит, это такое, это психоэмоциональная такая нагрузка, вот, и так сразу прям не заснешь. Ну, вообще экономика макро просто четко достаточно у этого, то есть он неплохой игрок такой, я смотрю. Очень даже, вот. Или даже в третьем часу я лег, я чуть не помню, уже. То есть, если было бы 9 часов, было бы 7 часов, но в итоге я еще вставал с утра, там, как бы, Маша капризничает, садик не хочет. Я думал, что, может, поведу ее в садик, но потом понял, что я вообще-то не встану никуда. Даша отвела. Вот. И все нормально просто, что-то просто резко стартанул у меня здесь стрим. Просто нужно проснуться, так-то я выспался уже нормально достаточно. Кошку надо открыть. 4 гейта у супера, 4 гейта и там. Так, здесь еще плюс 2. Смотрите, по экономике прям супер опережает. Даже с гейты раньше добавляет. Супер, может, и не собирается, там, конечно, еще плюс 2 делает. Фу. Прошу прощения, плюс и робо-б, и плюс фаржа здесь есть. То есть что-то по билду здесь в плюсе вообще. Ну там робо-б пошел, который может все доконтрить просто. Так, еще с бобром, с моим надо будет идти прогуляться. Я здесь, среди теней. В районе 12. Там, там еще Байстрейт ТВ Старлига будет. 2 часа. Так, прогнал супера, товарищ здесь. Ну, здесь дестабилизаторы первую строятся. Здесь уже Даркшайн пошел. Густы надо переставить, конечно же, фаржу сейчас из
Твайлайта здесь ничего не происходит в данный момент. А, здесь тоже дестабилизаторы поперли. Я же сам говорил, что здесь, кстати говоря, робо-бэй, да, что-то я еще сонный маленько. Фотоночки, блин. Ну, все по уму делает вроде чел, да? Ну, немножечко отстает по лимиту, но по технологиям-то в плюсе. Глефы пошли, плюс 2 надо заказать здесь будет сейчас. Пробки на третью, да, третья у супера чуточку пораньше там пошла. Плюс 2 пока не заказывает, а зря. Фотоночка на третьей есть. Ну, вот по 3 пробки строй, нагонишь моментально 8 пробок этих. За 2 до заказа практически уже большая часть будет восполнена. Но нет же, как можно заказать, блин, пробки, ё-моё. А, ну тут с мейна уехал, здесь уже минералов нету, как вы видите. Супера больше осталось, 7 кучек еще. То есть он больше и не собирается добавлять особо. Сколько я вижу. Так, купил каст плюс 1. Так, смотрите-ка, тут супера крошить приходит, товарищ. Хорошо прилетает. Ну как же от супера там прилетает? По дичи вообще. Залпы еще будут, будут еще залпы. И еще есть один Патрик здесь. Стреляет еще одним залпом у нас. Синий прост. Ну под уверчажа наломился сейчас. Неприятно очень, товарищ. Плюс... Сможет отступить вообще или нет? Я чуть не уверен, что сможет. Супер будет агрессивно блинкаться наверняка. Вперед. Нужно отойти. Залп по ответочку пошел. Ну и, кстати, вроде даже в плюс разменялся здесь Нов Америка. Ну вот опять же, смотрите, в прошлой игре сделал плюс 1 и все, грейды перестал делать. И в этой то же самое абсолютно происходит. Где грейды-то? Продолжение грейдов. Два роба вроде как работает, 3 гейта добавляется, безусловно, хорошо. 4-й Нексус уже есть у супера, здесь только заказан. Супер сейчас, супер 4-й сейчас минуснет. Он видел его прекрасно, вот они прыгают сделки. И все крошит нахрен, короче, вместе с пробками причем. Еще 2 пробочки на отдачу пришли, как вы видите. Почему-то не идет даже отбивать его пока. Один зелок пробок покрошил. Плюс 2 уже с 2 ударов, кстати, зелок оказывается. А, ну да, у него плюс 2, то по десяточке. В 20-х уже дэмэдж получается, да? Ну да. Здесь 2 фотонки. Адепты ломиться силками смысла нету, очевидно, да, как бы. Ну, еще пока не поражение. Правда, вот грейды перестал делать. Американский проц.
Буду его так называть, потому что никнейма его не знаю. Так, Гумихо Линок, с удовольствием постримлю, если они, конечно, действительно еще не начнут. Потому что 3 минуты задержка так-то. Вот. Так что, походу, они начнут. Вписался я сюда к Суперу просто за... Надо было, наверное, в другие игры вписываться, ну, кто знал. Тап сидели, ничего не смотрели, тоже так не подгадаешь никогда. Так, здесь Супер идет куда? Куда-то идет здесь Супер. Что-то Супер прям по зелкам переварпил оппонента в хлам вообще. Контр-рыв идет. Что-то как-то вроде стоит, вроде позиция есть. Я не знаю, что Супер хочет сделать. А, он с двух сторон прям наломиться хочет, что ли? Вот это да. Он решил, что это настолько мертвец, что он дестабилизаторами не сможет выконтролить так, чтобы грамотный залп дать. И действительно, он прав, что тут как-то этот Нов Америка разваливается. Может, мы Тай Клинаку с Гумиху успеем, ГГВПГЛ. Как-то так. Гумиху 8 минут уже в какой-то игре находится. А в какой новой игре 8 минут находится? Они уже играют или нет? А, он еще сюда... И не пап, погодите. Где ты вообще увидел-то? А, Клауди с Линоком играет. А Гумиху, где Гумиху? Ладар тренит. Два Хира играет, между прочим. Так, снизу Си-Джей Хира, сверху Ликвид Хира. Я сону, что-то ждет. Что он ждет? А, все, уже поздно, они уже начали. Они уже начали. Ну ладно, ждем тогда. Сейчас я что-то... А, с Драгоном, ё-моё. Ну, Драгон мертвый. Даже не... Хорошо, что не зашел. Подождем немножечко, как там. Не знаю, сетку обновили или нет. Клауди Линок надо бы поискать. У меня нету ни того в друзьях, поэтому как-то, ну... Некуда врываться. А Супер с кем будет продолжать биться, кстати говоря? С Мейджером. Опа, это интересно, кстати говоря. Так, я был официальным стримером до того, как меня кикнули из конфы. Вот. И до того, как удалили из файлика. То есть теперь я в подвешенном состоянии. Парадокс в том, что мне хрен отписал на мыло, что типа вот, не хотели нежелательных платформ, там что-то на... А Magic есть, то есть тот же Magic стримит на Good Game, а меня кикнули. И потом с каким-то он мне обещал с Кириллом связать. Короче, я думаю, что это чмо Кирилл, как бы вот это, и комментатор 007, чмо 3-0, короче говоря, поработали здесь по ходу дела. Вот. Ну, других вариантов я не вижу, как бы. То есть прямо
именно меня почему-то как бы закинул. Ладно, не будем об этом. Давайте, короче говоря, просто врываться. Короче, сведомиты, Денис, сведомиты. Сами в говне и всем говно делают, короче, вот так вот. В данном случае мне почему-то только. Не знаю. Короче, забей. Надеюсь, что получится квали просто отстримить так вот. Вот и все. Ну, короче, либо Линока ждем, либо... Так. Блин, Гумихо только менее минуты в игре своей. Че он там делает-то, я не понимаю. Вообще написано... Вообще написано, как бы, что еще пока Гумихо не с Лингом. Вот. Ой, не с Линоком. Но почему-то он очень быстро стартует. Я сейчас проморгал момент, с кем он начал. Может, он ладдер там катает, конечно. Я вот не знаю, признаться честно вам, ребят. Старстейт ТВ, 3-0, почему против? Я не говорю, что это именно он, но все равно он человек-то гниленький, так бы. На показ там на стримах тролливали, а на самом деле мутит воду везде, как бы, вот и все. Что тут можно сказать? Я не уверен, что именно так дела обстоят. Так, Джак же что-то там ожидает. Что он ожидает, интересно. Опа, против Хиро он ожидает битвы. Поехали.
Спасибо, ID-Droid, это ты по ходу дела. Они в чем-то правы? Нет, они ни в чем не правы, потому что данные отборочные можно стримить всем, как бы. Блять, даже Мораликус, у которого 13 человек на Твиче смотрит иногда. 50 максимум я видел, там, не знаю, может, сотку, как бы. Ну вот. Вот. И никаких сборов там нет. Просто есть... Хира 1.0 ведет, короче, ребят, никаких сборов там нет. Варти говорит, ты только что пропустил адаптацию, короче говоря. Вот. Никаких сборов, никаких трансляций нет. Просто права определенным отдают челам. В данном случае это ESL. Вот. Которые почему-то сплошь все хохлы сведомые. Как бы я вот не понимаю, как бы почему. Именно неадекватные, как бы, а вот такие вот. И почему-то они вот именно подсиживают, как бы, постоянно. Это мне абсолютно непонятно. Как бы. То есть именно Good Game и ко мне, как бы, вот такая тема, короче. Вот. Спасибо тебе, ID-Droid. Хотя, наверное, не стоит об этом, как бы, вопрос в другом. Почему так происходит, как бы, да? Так, ну тут прилетел Рипер, Жак же попытался кишабыч подрез, что не получилось. У меня нет на ТЛ, меня и не будет на ТЛ. Короче, не суть вопроса, ребят. Не парьтесь насчет тем, я буду выяснять, но... Вот на данных отборочных это до маразма, короче, все скатилось, потому что Мэджика не вычеркнули и не кикнули, а меня вычеркнули и кикнули, например, с конфы. По каким-то причинам. Вот. И откуда ветер дует, я уже выяснил, короче говоря. Понятно, что там Кирилл был какой-то упомянут, если то... Все сразу стало очевидным. Я думал, может, Ривкин там кончит еще, но он никакого отношения к этому отборочному не имеет. У него пригорает, когда, если он сам там что-нибудь стримит, как его, да, там, что я там рестримлю, типа. Три гейтоса. Ну, посмотрим, я думаю, что силу адептов мы и в этой игре увидим. Может, ты и прав, экстратерестриал, ну как-то так. Так, я сейчас, кстати, смотрел в чатик, вот реально, фига у меня уже скилл вырубил, смотрел в чатик, и мышку вел боковым зрением, я даже не смотрел в этот монитор, я видел силуэт этого вот медивака, летящего вперед.
Это скилл, ребята, это скилл. Короче, Минка копается, но она не сможет стрельнуть, потому что она постоянно будет перенацеливаться, смотрите. Она не может ни в кого стрельнуть. Прикольная позиция. Так, а здесь что? Здесь медивак был сбит. Хира сейчас. Хорош, развел Минку на одну пробочку, выстрел. Две форжи, 1-1 и третий никс. То есть отбился от прессинга, от Хараса как бы. И вот... Так, здесь почему-то с газа 2 уехали сюда, поэтому на минералах 2 и больше. Так, не знаю, кто спички в колеса пихает, но именно спички. Колеса не буксанут наши в любом случае, так что не парьтесь, пацаны, все будет нормально. Спасибо, Айди Дроид, еще раз за поддержку, спасибо всем за поддержку. Помните, что нужно. Вот. Заговор или нет, хз, но... Глупо полагать, что случайно выходит, что как бы меня бах и кикают там отовсюду, а Мэджика нет, например, тоже. Вот так вот. Пусть стримит Мэджик, что там, как бы. В любом случае, я буду выяснять это до конца тему, как бы, искать этого Кирилла. Самое парадоксальное, что... Как бы мне ответил чел из этот из ESL на мыло. Написал какую-то полную ахинею про платформы, хотя на ту же платформу, что я, как я говорю, уже Magic стримит. Вот. И про какого-то Кирилла сказал, но не дал мне даже его контакта, как бы, вот в чем интересность заключается. То есть я бы этому Кириллу написал бы просто, ну, где его взять-то, пока негде. Так, пришел Кира, отбил здесь Либератора, он мало дэмэджа нанес. Третий некс вовсю добывается. Жакжик там и там бегает, короче. Так, сейчас кое-что гляну. Да, лого можно повесить на самом деле. И даже вот это убрать. Место рождения минералов. А, ну правда старенькая версия, но. Пусть будет оно, короче. Ваши войска вступили в бой. Драка в центре. Не, ну в плане филдов и такого контроля Хира всегда был великолепен. Поставил лого, да. Пусть лого будет на всякий случай. И все дела. Хира выдвигается вперед. Минус Минка. Ну она залп дала, насколько я понимаю сейчас. Кира заходит, Либераторов забирает. Мародеры Мариков здесь достаточно много. Фокусит сразу. Вот грамотные тираны, тиранов, просьба, внимание обратите. Вот это началось повально в лотве. Почему?
Потому что раньше, когда мародеры просто 20 демеджи были одинарные, ты в пол втопил оклик и насрать, куда они стреляют там вообще. Слышишь, они пробивали нормально там и филды, и все пробивали. Здесь же, когда просто демедж напополам делится, и филд просто по 2 демеджа с каждой атаки снимает, это приобрело более жесткий смысл, более важное значение фокусить сентри. И сентри постоянно грамотные тираны фокусят. Потому что армия намного прочнее будет. Это просто как плюс 2 грейда. То есть 4 армора было бы здесь. Конечно же, это нужно делать. Поэтому старайтесь так делать. Так, тут Хиро подпрессовал. По лимиту, конечно, просил, но экономика у Джагзи просто ужасной стала сейчас. Ему нет возможности в четвертую базу перейти, пока что нет. То есть ему нужно постанавливать КСМок, и ему нужно давить за счет своего 70 лимит, 70 боевой лимит. Ну тут 2-2 в 1-1. Отбивается изи Хиро, вы сами все видите, просто здесь и сейчас 2-2 грейды делаются. Медиваки минус. .151-114, здесь все очевидно, ребятки, что... Хиро разваливает в хлам просто. Ну так, тут Хиро силен сейчас.
Так, обновляю игру еще раз. Хиро, кстати, ждет супера. Супер начал играть. Блин, 2 минуты. Ё-моё, мог успеть я. А, Гумихо Линока уже убил. Мару Кьюриос. Надо дождаться Гумихо. Классик Кин. Начали они играть вообще Классик Кин. Походу начали. Так, жаль, конечно, супера мейджера я пропустил. Можно попробовать туда податься еще раз. Не знаю, что из этого получится. Иван Антоненко, не знаю про это мероприятие, ничего вообще не знаю. Вот. Сетку можно посмотреть в описании канала. Скинул всем. Эта сетка лучше, чем та. Так, что-то там Варди ожидает. Что он там ожидает? А, нет, это сюда я, короче, выйду пока отсюда. Вот. Смотрю там.
Так, и Innovation Hurricane там, кстати, интересно, такая пара должна была бы быть, по идее, но непонятно, есть она или нет. Короче, сетка здесь не обнов... А! Или там... Может быть, даже лучше сетка обновляется. Да, даже лучше сетка в Ликвипедии обновляется, короче. Поэтому, короче. Я ее добавлю лучше. Проба что-то ожидает, что он там ожидает. Сосом. Сосом он бьется. Вино заактивировал премиум на ваш канал. Спасибо, пацаны, всем за поддержос. Подождем, чуть. Блин, Classic King, конечно, крутая, но он уже идет давно, все как бы и туда не попасть. Супера, я думаю, надо против подождать против мейджера, а потом просто победитель будет биться с Хиро. Возможно, мейджер даже пробреет. Хотя сервер все-таки корейский, тяжеловато здесь биться, да, как бы. А тут до квалификации это уже осталось пару игр, на самом деле. Надо, короче, быстрее пару искать. Я смотрю туда. Так, ну. Да, два разных Хиро сегодня играют, это факт. Лайф с кем бьется. Ну-ка, прыгнем-ка мы сюда. С креатором. Так, супер тоже выиграл. Сейчас креатор меня киканет, то будет не очень, потому что супер тоже начал.
Поехали. Откуда призовые берутся? Ну, где-то Blizzard и дают на ВЦСах, на ЕМе. Спонсоры емовские дают, соответственно. Поехали. Creator против Элайва у нас бьется. Посмотрим мы эту игру сейчас. Там у нас Innovation Soft как будто бы начинается, но я не уверен точно. Ну что же, Ньюкирк у нас первая карта. Вы все видите сами. Гейт Газ Нексус Кибернетчика. Здесь через газ первый барак. Рипер Факта ранее, видимо, будет. Чей Рипер ССшка Факта. Так, привет, Дедли Тиран. Иногда бывает, пиши через главную. Ну а чтоб по поводу призовых вопросов не задавать, вот я недавно, она у меня долго была открыта в ссылке в отдельной, я все не мог прочитать, поэтому прочитал на Good Game, вниз полистайте. Там Кармака такого чела было, ну никнейм Кармак у него, статья, вот, которая в ESL там, короче, какой-то вице, там, я не знаю, главный чел. Заместитель, точнее, директора, вот там, наверное, правильнее так назвать будет. Вот, он там рассказывает все. А Кармак это такой чел, у него мама там русская, в Польше живет, как бы по-английски говорит. Ну, такой он, короче, чел веселый. Забылся про рипера своего, что-то тут. Лайф и отдал его в итоге. Так, секундочку. Так, начинает тут поливать все, короче.
Ай-яй-яй, вот сейчас если бы Марики стреляли, а Циклон захватом был, можно было бы и Мазеркор расконтролить еще и Лайву, теоретически. Вот, ну не факт, что расконтролил бы. Сейчас, опа, еще один дропщик залетает. Проблемы просто гигантские у Криэйтера. На мейне это вообще похоже на полный провал, я бы сказал. Даже больше. Гиты пытаются отключить и лайф. И ведь отключит же сейчас чертяга. Отключил гейт. Сталкер только один успел наварфиться здесь. И улетают медиваки. 48-55. Уже лимита и лайва больше. Как-то у него вообще все замечательно стало. Пошатал. Сейчас я еще раз сетку гляну, ребят. Биал трэп, так вот, как Хира. Баня, привет. Ага, баня, кстати, победителя здесь ждет. Опять не успевает циклона засадить, высадить у нас и лайф. Ну там либератор на второй пушке. Короче, лайф медленно, но верно преимущество получает в этой игре. Вот, привет, Хемингуэй. Привет всем, короче, ребята. Похоже, что уже он его и не отпустит-то. Потому что Steam-щиты делаются. Парабам в плюсе. По боевому близку. Нам колоссы, правда. Колоссы могут немножечко, не немножечко, они могут перевернуть игру для Криэйтера. Чел, который Doom делал, и это не его фамилия, я об этом и сказал. Короче, статья есть внизу на Good Game, и там про призовые написано, инфы достаточно много, и не про призовые, а вообще про то, как политику строят, например, ESL, да? Так, ну неплохо прилетело тут от дестабилизатора. Чё этих-то не взял, Мариков? 4 на муви шли. В это время двойной дроп на мейн залетает. Хороший контроль от Элайва. Засадил, высадил, как говорится. Туда-сюда. на 98 по лимиту, ребята, здесь в этой паре у этих игроков. Тут дожимает Элайв Криэйтера, судя по всему. Я не вижу возможности для него. Ой, сел медведь в машину и сгорел. Короче, сейчас произошло очередное. Законтролился там что-то Элайв. Дестабилизатор отфокусил. Либератор влетает. То есть, если сейчас не этот погибший медивак, которым десяточка лимита слилась, то тогда бы, может быть, и уже бы добил бы, на самом деле, Криэйтера. Здесь лайф. Ну и так здесь больно очень. По Мазеркору, по всему здесь больно прилетает. Две минки еще не кдшнулись. ГГ.
что ж, ждем второй игры. Там можно будет прыгнуть в другую. Все, лайф выиграл уже. Да, зря я соус на выше не пошел. Ну ладно. Сейчас мы туда прорвемся при любом раскладе. Неужели никто не стримит такой матч? Мораликас, ни хрена Мораликас. Джекпот срубил. Скажу вам только одно. При данном раскладе я даже рестримить боюсь, потому что сейчас игра кончится, и мне нужно туда срочно напроситься будет. Срочно. Как их найти-то, я не понимаю. Сид в Харстон рубится, смотрю. Ладно, ребят, я чисто за батлнетом слежу, потому что я в игру хочу попасть, успеть. А там игра идет, ну там задержка ведь трехминутная, ГГ. Они уж заново начали, походу, вторую, что ли, игру, я не понимаю. Судя по всему, да. Ладно, жду, такая вторая игра у него начнется, и буду смотреть ее. Силки Liquid Hero пробрел, отлично, вообще молодец.
А вот куда надо. Classic King играет, Рок ждет победителя. Вот это хороший матч будет тоже, кстати говоря. Надо вот туда попасть. Ну и Супер с Мейджером играл. Тут тоже непонятно, как игра сложилась. Если Супер победил, там PvP за квоту будет. Да, Creator был когда-то GSL чемпионом там или вторым местом, я не помню. Это Creator, старый Creator, конечно же. Ну, Creator все, пока Creator не будет. Во вторых отборочных он, возможно, будет играть. Ладно, я хочу выловить другую крутую пару. Classic King вот сейчас бьется. А победитель будет биться с Рогом. Кстати, вот есть Classic King матч. Это очень круто. Я хочу посмотреть его сейчас же. Корейцев вот идет. Задержка трехминутная, правда, как бы мне с Рогом не проморгать. Эти-ка я Рогу сразу отпишу, он здесь вообще. Не вижу что-то никаких Рогов здесь, признаться честно. А жаль. У нас Classic King здесь. Классик пытался давить, но не продавил. Там уже переход. Третий Nexus будет сейчас. Блин, 3 минуты адская задержка. Очень, почему? Потому что с 2 минутами, с 1,5 минутами. Можно предполагать, что вот уже выиграл, и в батлнет глянуть, там попроситься в игру. А с 3 минутами хз, там может еще ничего не происходить. Бах, а уже там все кончилось, короче, как вот с Innovation, что уже игра новая началась. Так, реплеи в группе ВКонтакте. Ты можешь найти. Кроме того, 물론 나쁘진 않습니다. 이미 공 2억 올라가고 있고요. 땅꾸미 지뢰, 의료선까지 찍고 그리고 유령까지 찍고 있어서 체제는 계속 앞선하긴 합니다. 그래서 불리해지진 않아요. Скарлетт вчера отыграла хорошо, считаю, но она должна была обязана выходить, потому что матчи Венеров в финале 2-1 вела. Не 2-1 вела, а ну, как бы у классика карту взяла. И могла втащить вполне как бы. В последней игре ошибочка досадная была. И у Лузераха Лайва могла втащить тоже Скарлетт. Но немножечко не хватило ей.
Короче, хорошо, Скарлетт сыграл. Ну, должна, обязана, просто обязана была в РО-16 проходить, конечно. Вообще играла хорошо. Здесь Кин пытается давить. Ну, классик готов отбиваться по всем временам. Но как классик 2-2 будет отбивать с 0-0? Кстати, просто первая атака на Планетам 2-2 почти готова. Это вообще жесть вообще. Так что GSL выложил меня, можешь посмотреть. Скарлетт очень круто играла. На, абсолютно на уровне корейцев всех. Там. И вдвойне обидно, что как бы... Не смогал пройти по этому. 무난하게 싸우면 한규 선수의 병력을 이길 수가 없습니다. 업그레이드를 체크를 해봤는지 모르겠지만 업그레이드가 이제 2업이에요. 토스는 이제 01업이 되거든요. 업그레이드가 3단계 차이 나기 때문에 그렇죠. 황규수 선수가 계속 좁은 길목을 택하게 만들고 역장 플레이를 통해서 아 이렇게 넓은 데 싸우면 못 이겨요. 아 김도우가 오히려 나와줬는데요 이거. 아 역장은 잘 쓰긴 했습니다만 글쎄요 이미 그 역장과 소모 다 해가지고 역장과 끝남과 동시에 так погиб май он не слушай всяких из чата экспертов никчемных Кимдосу-то магане 굉장히 까다롭겠는데요 вот слушай меня 마지막 공격이 될 수 있을 만한 전투 펼쳐집니다 ну что же давит тут Кин классика. Минус классик. Кин против Рога будет, ребятки. Давайте-ка я поищу Кина. Где он вообще? Есть он здесь или нету его? Короче, ждем Кина Рога. Попробуем его добавить. Не факт, что он добавится, правда. Не все корейцы могут понимать хоть что-то по-английски, да, как бы, хотя бы чуть-чуть. Поэтому хз там чё.
Так, супер против менеджера там бьется, кстати, бы. Так, ну что же. Да, смотрело 35 тысяч GSL. Реально дофига народу смотрело. Вот. Я думаю, они должны об этом задуматься, что... Опа, Кинчик меня добавил, что ли, не понимаю, или как это? А, у меня он есть. А, он меня добавил, потому что... Отлично, короче. Все здесь. Так, ну что, 5 кин против Рога. Погнали. Секси-бой против Кинчика, который в последнее время неплохо отыгрывает относительно.
Здорово, Локу 89, здорово всем. Продолжаем смотреть игру. Кин бьется против Рога. Это уже за проход на завтра получается, как бы. Drunken Beer. Я видел то, что Миша Resident Evil проходил, приходит в виртуальной реальности. Я даже пару раз зашел, потому что мне интересно, как это выглядит, короче. Вот. Собаки двигаются вперед. Кин чуть не попал сюда. Это уж закутывает бу 5, ребятки. Одновременно идет Innovation Source. Я не знаю, какой там счет. Я туда не смог попасть. Хотя я мог туда на самом деле попасть. Но я думаю, здесь пара тоже не менее интересная будет. Там 1-0 пока, насколько я вижу. Innovation Source. А здесь прилетает Кин и начинает бомбить просто все жестко на второй базе Рогу. Что-то там как-то, по-моему, гнет Source Innovation, если честно. Ну, посмотрим. Экстратерестриал, ты какой-то тормоз тоже в натуре, что ли? Я из игры все время стримил. О чем ты говоришь вообще? Ты постоянно реально как бы слышу звон, не знаю, где он, или как там говорится-то. Спишем все это на утро. Ты не тормоз, на самом деле. Таких контактов мне никто не давал. А в игре пуш резкий, острый, опасный. Вот так вот. Ладно, давайте, пора комментировать. Что-то 5 минут игра идет, я то там... отвлекаюсь, то еще раз отвлекаюсь на чат, то на посмотреть счет Innovation против Соса. Там пока 1-0 пользу Innovation, плюс 2 инженерки, 3 барака, Steam почти готов. На факте реактор, на старпорте уже есть, и 3 ЦЦ-ха доделывается у Кина. Вот. У Рога только-только 1-1 заказаны, бесполезный дроп со стороны Кина. Вообще ничего не убиваю, короче, отдача медивака. Проще бы сразу прилетел сюда, на холду бы под споркой встал и не парился бы. Ну, понятно, Кин хотел как лучше, а получилось вот так. Я бы не сказал, что как всегда, но у кого-то, может, и как всегда. Эрик 7, Володя сейчас не вкурит. А чё к чему?
Так, все, Innovation второй раз Сос уже минус. Ну, но там я чувствую, что матч такой, без особой интриги. Сос сейчас не в самой лучшей форме, а Innovation зверь просто сейчас, поэтому... Извиняюсь. Ну, что-то не проснулся, а? Сегодня. Все никак. Кстати, второй раунд этой квали завтра, получается, будет. Странно, что Скарлетт не участвует в квалификации в корейской. Ведь она же в Корее, там, наверное, после ГСЛ отдыхает. Здесь гигантский дроп от Кина на мейн. Пул он минусует моментально практически. Восстанавливает рок-пул в другом направлении, где-то в другом месте. 1-1 против 1-1 грейды. Королева номер один падает. Здесь очень четко линги становятся между хатки, но беллинги есть. Кин улетает прям под куреточками там летает, этими спорками летает Кин. Но медиваков много, поэтому дэмэджа они там поделили на всех. Впитали все. Успешно 68-55 парабан. 2-2 делает рок. Где пул восстанавливает он, кстати? Вот он пул. Здесь убили, с другой стороны восстановил. Наглец вообще, я даже не заметил, что он прям на мейне. Прям при дропе, причем он начал его восстанавливать, что самое интересное. Ну, он был уверен, что отобьет. Ну, конечно, такой наглый дроп нужно отбивать. Да я понял, у тебя экстратерешил. Я не говорил, что не дают. Я говорил, что из конфы побанили оттуда, отсюда, как бы. Ну, я тут на свой страх и риск нахожусь просто. Не то, что страха и риска нет. У страха точно. Да и риска тоже. В общем, просто я здесь сам по себе. Будем надеяться, что так получится и в следующих этих всех квалях. Ну, и будем надеяться, что разберусь к моменту следующих турниров я с этим вопросом. Там уже чё к чему. Так. А так про ПС пополам я вспомнил еще, как в Глубоках играли, и как они там нечищенные лежали, не ПС пополам, а шариковые мышки. Оптика, это тоже ПС пополамная была еще поначалу. Вот. Там шерсти клубы такие в них были, жесткие. Двигались не уж, ну, ужасно некоторые просто. Но если были чищенные, вот прям свои Митсунки, свою купил. Это вот было прям показателем скилла, у кого Митсуны своя была. Уже значит, как бы подкопил там на Митсунку 90 рублей, по-моему, она стоила, насколько помню, я сейчас взял Митсунку, все четко стало вообще. Так, здесь летает, шатает Муталиски. Приходят беллинги. Короче, непонятно, что происходит. Здесь вроде как кинуту отбивает, здесь прессует очень жестко, но рок держится и держится очень даже хорошо. Так, заходит Бейнолинги. Идет движуха, минки залпы делают, не продавливает здесь ничего рок.
А, на американском по приглашению. А, уже прошла Скалет. Точно, она уже прошла, значит, получается. Я понял. Короче, Спайк, там если Сережа вам будет напрягать, короче, выпиливайте. Я уже не буду этого делать, отвлекаться. Так, ну к Муткалинге приходит. Пока что отгоняет Хин. Ну, посмотрите, как Беллинги просто унижают. Рабочих потерянного тирана 41 штука, уже больше, чем Зерк он в этой игре потерял. Короче, все как-то очень печально, должен я заметить здесь. Ну, а Рок копится просто как... Как-то очень четко. Как дьявол просто он копится здесь. Как секси-бой, короче говоря, даже. Ведь это же он. На ЦЦ-ху забегает опять Кин. Ой, этот Рок кинул. Орден Тарсона приехал, короче, пришел. Рок такой без палева добил. Бегай, ребят. Сколько от тебя флуда, короче, а? Какую-то хинею городишь ты, братан. Клаву залила одна дама винищем. Из дамы я бы разжаловал бы сразу бы, да, другого бы названия бы за такие действия, блин. Потому что дамы винищем Клаву не заливают, я тебе скажу. Дамы винище не употребляют. Это было явно недавно. За что дамы употребляют? Французское вино, что ли, или что они употребляют? Не, ну есть, которые не пьют вино, в принципе, да. И в принципе. Ну не все же. Жиж.
Опытный центр. Улучшен. Смерть на пороге. Так, ну что же. На патруле репер, кстати, во сколько, интересно? 12.03, ребят, уже скоро при этом все. Помните, то что поддерживать нужно, естественно, меня и мой канал, ID-Droid, do respect. Пятишку на Тинькофф присылал. Так. Чем именно играет Квали, если он и так прошел после ЕМ в Корее. Вот пишите что-то, вы хоть читаете сами, что пишете? О чем ты написал в iFly 3 восьмерки? Привет, кстати говоря. Зачем именно играет Квали, если он и так прошел после ЕМ в Корее? Да у меня, мать, мозг взорвется нахер вообще. Какого после ЕМ вообще? И наиграл до этого на европейском ЕМе, но европейских квалификаций. Финал 28 числа будет. Вот. Здесь же на корейских сейчас тоже проходит. И завтра финал вот этой квали будет, кстати говоря. ЕМовской. Финальная часть, где 8 посеянных и 8 из сегодня прошедших игроков будет. Если он пройдет завтра, например, я думаю, он не будет на Евроквале-то играть, потому что зачем? Это для перестраховки делается, так понимаю. Ну что, приходит хеллбат пушек, 4 хеллбата, 2 марика рипер, где-то мариков очень мало так получилось. А здесь от рога контрзабегание, кстати, он 1-0 ведет при этом всем. Забыл я брать совсем. Так, лингов забегание особо ничем не кончилось. Здесь один хеллбат явно уже погиб, потому что их нечетное число должно быть. 5, видимо, к чем 4 еще один подъехал, но в итоге одного забрал уже зерк. Вот уже. А не 5 было, всего 2 пока погибло. Видимо, гелик нам увидит, там слился, или не знаю, как это произошло. Да, хеллбат, да, один гелик нам увидит, слился. Хеллбаты отдельно от гелика показываются вообще. Так, 2 циклончика, новая партия геликов едет вперед, ребят, смотрю на чатик, обсуждается все, кроме Старкрафта, угораю. С этого момента 2 плюс Либератора, еще и циклончики здесь помогут, не слабо, плетку надо заминусовать, да куда же поехал-то, плетку минус не, хотя здесь королевы под ударом оказываются в итоге. Так, циклоны за хеллбатов уезжают, Либераторы приходят. Либераторы прикрывают, неплохо очень. Беллинги дошли, это не очень хороший расклад, конечно. Лингов либераторы минусуют подбегающих. С
74-76 в это время Беллинг Дроп идут от Рога, но у него у самого проблемы просто гигантские, короче говоря. Здесь дроны пытаются уйти, кто за линию зашел, тот минуснулся в итоге. Не переступайте черту, говорит Либератор, или я буду стрелять! И он стреляет по дронам просто. И дроны совсем не рады. Надо встать на халде, да, здесь можно лингов пожечь немножечко. Но если бы хп побольше было, правда. Так, 5 дронов все, у зерга погибло, что самое интересное. 2 хаты восстанавливает рок. Но у Кина все замечательно, у него столько же рабочих, у него уже третья цеха есть. Здесь надо бы пробить камни, чтобы забегание, от забегания себя ограничить. Тоже продолжается движуха, ребят. Бейлинги у Рога без мува абсолютно сейчас. Не переконтроливает Кин минки. Вот в бейлингах без мува минки-то можно переконтролить. Но поверьте, здесь без этого контроля хватает ему и так. И не только здесь, ему нужно и дома законтролить, все вывести. ГГ в итоге все-таки дожал. Привет, Леона Шэдоу. Нет, пока... Ну, мне ответил чел это, да, я уже рассказывал. Какую-то невнятную ахинею просто про что хотят там, чтобы не стримили на нежелательные платформы. Я говорю, а какие платформы? Ведь Magic же тоже стримит, как бы. На Good Game, как бы. Ну, вот. В итоге я так и не понял, в чем дело. Про какого-то Кирилла было упоминание, который за СНГ-сегмент отвечает, типа стримов. Я, ну, короче, я не знаю. Не знаю. В общем, я пока здесь стримлю и все. Не суть вопрос. Главное, что в игре потом главное потом все это выяснить. Просто это было очень по-свински, конечно, именно меня одного кикнуть, как бы, и вообще без объяснения всяких причин. Ну, то есть меня пригорело, реально пригорело от этого.
Привет, Anonymous 13. Здорово всем, пацаны. Так-то вот это уже... Кин бьется уже с Роком за, получается, проход. В следующую стадию, да? Уже прошли Бьял, он 3-0 трэп убил. Уже прошел Импакт, он 3-0 убил. Лассиру Инновейшн Сос 2-1. А Сос одну игру взял, судя по всему, да? Да, и пока там пауза. Мару 3-0 убил Гумиху. Трас 3-1 убил Силки. Баня Лайф также еще играет. Супер Хиро еще. Ну, то есть часть уже людей прошло. ФДК 1, 2, 3 прав. Еще сутки работать, а некоторые по выходным работают. Вот, например, завтра хер расслаблюсь я. Пацаны. Кстати, какой сегодня день-то? А, вот, завтра в субботу, ребят, будет Евроквали. Решающая стадия, поэтому, кстати, дайте-ка я гляну, во сколько. Мне интересно прям это стало. Восемнадцать. Короче, завтра мы надолго зависим. Ну как надолго? Часов до 10-11 вечера мы точно завтра зависнем, ребятки. И завтра финальная кваля корейская в 10 утра, между прочим. Так что дело такое. Овер минус. А сегодня пятница, получается. Ну да, да, сегодня пятница. Что, сегодня у меня будет немного, видимо, свободного времени вечером, потому что сегодня особо ничего нету. В общем, там этот. Тебя зависает. Вот нахер писать чатик, это если можно написать на саппорт, как бы. По поводу этого вопроса. И почему-то у всех не зависает, а именно у тебя зависает. Может, ты просто рептилоид, и я своим антирептилоидным комитетом просто, антирептилоидным скиллом, как бы, к тебе влез, короче. Компьютер твой блочить. Процессор. Так, приходит много хелбатов здесь, реально. Королевы просто горят на работе здесь. Линги выходят. Линги не способны такое количество хелбатов, ну никак тут принять нормально. А хелбаты способны принять здесь все абсолютно. Протрансфьюзилась королева еще одна. Можно вот уйти на мейн, и здесь есть область, где крипа нету, например. И можно попытаться через эту область прогуляться туда, да? Так, дроны через хелбата проходят. Хелбат тут этих крабиков вообще рад встрече с ними. Ножок, конечно, кин знатно. Ребята, очень знатно. Самое интересное, что рабочих-то много и не погорело. Рабочих-то 3 штуки погорело. Ну, 40 лингов, 4 королевы. Это хороший размен, безусловно. В 2 раза плюсом хелбаты эти купили. Здесь уже третий от ЦЦХа спокойно добывается.
Плюс надо поменять браузер, попробовать, может быть. Кстати говоря, я помню такую инфу писали, что про загрузку была очень давно инфа, про загрузку процессора от ГГ-плеера, кто-то там жаловался в скайпе, и там что-то писали про то, что это в некоторых браузерах только такое может быть. Вот, поэтому тут в этом, короче, в этом моменте еще разбирается тоже. Хорошая такая стеночка, все дырки заткнул. Кин сейчас и на себе здесь на третьей базе. Добавляет бараков. Так, здесь лаба. Так, а здесь что, реактор? Короче, 5 реакторов. И три лабы, в общем-то. 10 мариков, 3 мародера. Продакшн у Кина будет примерно. Ну, это серьезно очень продакшн, я должен сказать. Скан, минус криптумур раз, минус 2 криптумур, 3 тоже минус, да. Из центра почистил немножечко Кин. Так, тут беллинги закатились, ребят, погибло. Ух, 10 КСМок, неприятно. Дропчик на мейн от Кина залетает. 162, 134, 58, 104 по боевому. Кин мертвец! Что ты делаешь? Сливается весь боевой лимит. Ну как так можно вообще не законтролить было? Кин. Беллинги. Вот в этот сплит, ну все равно у Кина такое гигантское преимущество было, что вот этот косяк со сплитом никак почти не повлиял. Так, первая корейская квалификация. Финал пройдет завтра раньше европейской, понимаете? То есть те три корейца, которые участвуют. И здесь, если они пройдут в Корее завтра, они и на европейской не будут участвовать. Вот в чем прикол. Если лагает, пишите на саппорт. Стрим здесь вообще ни при чем, как бы. Меня тоже иногда, я свой стрим рубал, иногда процент предзагрузки идет, как бы, и такая хрень происходит. Это либо ваш интернет, либо еще что-то, как бы. А если фризит, то перемотка, то это стопудовый интернет, как бы. Это значит, просто не успевает там что-то происходить. Ну что же, это 2-1 в пользу Кина, судя по всему. Что-то Рок здесь развалился. Муталиски 0-0. Конечно, они по 2-2 марикам. Что они могут сделать? 0-0 мутка, 2-2 марик. Линги, да, они могут сделать. Все, Innovation Sosa минуснул 3-1. С
Кстати, у меня вкладок много открыто. Может, проц подгружался. Минус, ну, вкладки все сейчас. Может, получше будет работать. Ну что, а здесь Кин 2-1 ведет. Уже урока. И начинается четвертая игра. Так, надо чалика увести будет как раз. Ну сейчас кончится эта квалификация. Да что такое-то? Вообще надо кофейку что-ли бомбануть. Innovation BL Impact пока прошел. Alive Maru Trust. И здесь скин, короче, либо рок. И еще Хира с супером бьется. Наверное, Magic его стримит, не знаю. Уже больше нечего стримить особо-то. Да, Magic стримит тот матч, ребят, смотрите, кому интересно. На кибетике ставочки некоторые есть по-любому. Потом я вам сейчас поставлю запись какую-нибудь там. GSL, например. Посмотрите. Игры Scarlet, например, именно я вам поставил, потому что многие спрашивали, да, как бы. Вот. Так как в 14.00 будет там этот. Бейстрейд ТВ Старлига, финалы месяца, как бы, и я думаю, имеет смысл постримить их. А, GSL Loser Strike Back еще сегодня будет. Да, кстати, да. Анонс дан. Не знаю, кто там будет играть, правда. Похоже, там, кстати, Scarlet будет играть с Innovation. Насколько я вижу. Так, ребятки, счет надо проставить. Так, Хира 3-0, да вот, Magic как раз мне пишет, помните, что задержка 3 минуты, ребят, отвлекся. Здесь казалось бы, что сейчас Кин играет Био, 16 мариков стандартная, да, ну посмотрите, какая обманка пошла. Это да, Био, он настроил мариков, но их не будет так много, то есть их будет поменьше 16, скорее всего, штучек, да, но...
будет при этом все 2, плюс еще 2, 4 хеллбата, плюс рипер, то есть это био с хеллбатами выход. Вот это интересный билд тираном на заметочку-то, да? Очень интересно. Здорово, горный. Братан. Равнинный здесь. Низинные, донные, болотные там. Где-то. Вот. Ну и вот выход идет. Так, ну опасный прессинг со стороны Акина. Медивак все-таки сбивает, но мариков не хватает ДПСа. Вот прибегает еще два марика, блин, но они не перевернут здесь положение, я вам честно скажу. Совсем не перевернут. Ну и как-то я бы сказал совсем, не то чтобы вообще прям... Ничего не сделал Кин. Он просто разменялся так, как ему было совсем невыгодно. То есть у Зерга 3 базы, тут третьей цицехи нет. И проблема этого билда еще в чем? В том, что здесь гриды поздние очень. То есть в итоге... Ну, Зерг делает, блин, с одного эволюшна тоже. Что за чудеса вообще? Это для Акина, конечно, хорошо. Он с одной инженерки все грейды штампует. Вот она, эта инженерка. Армори еще пока нету. Бараки добавляются еще. Подумать надо о грейдах 2-2. Точнее, о 2-2. О вторых грейдах подумать бы сейчас не мешал. Здесь линги на патруле на мэне. Зрителям. Так. Я думаю, Мэджик уже сам понялся, я... И что я не туда писал. Здесь урога хорошая, 82 дрона уже, посмотрите. На четвертую там переводится, либераторы разложились, они даже без ренжа здесь нормально закрашивают сейчас. На мейн одного перевести не мешало бы, переводит Кин на мейн, но здесь прям рядом находятся королевы роговские. Спорки, плетки, шпиль готов. 2-2, там 2-1 грейды. На мейне дропчик интересно сейчас заходит. Неплохо Кин раскатил здесь. Минка залп делает, могла бы и лучше по беллингам, если бы попала бы, конечно. Но все равно лингов столько много, что навряд ли бы там... Получилось бы отбиться. Кстати, каймбовая на этом месте. Есть точка для, для либератора. Вот он висит. А отсюда его не выбить, отсюда не выбить. А он блочит аж целых 3 минерала. Или даже 4. Вот на этом, не знаю, будет он стрелять или нет. Если дрон будет грызть вот этот. Может и будет даже. На второй базе либератора. Ё-мо, как он глушит просто. Как он тушит вообще. Тушит, глушит. Рабочих начинает тоже тушить. Здесь королева потушил. Просто жесть вообще какой-то Кин делает. 113, 155. Похоже, что это
Это не будет 2-2 здесь, ребята. Похоже, это 3-1 в пользу Кина. Что-то как-то... Хотя вот один буквально выход на 2-2. Зерк сейчас принимает бой, и Кин разваливается. Но мутка летит вперед. Надо уходить, улетать. Сейчас прирост выдвигается. Можно здесь просканить, выбить криптумора с этого направления. Вот же криптумор еще куда-то побежал. Тут чем-нибудь выбей его. Два марика послал. Молодец, Кин хоть выбивает криптумор. Так, Минка залп у мутки переправил, видимо, вручную сам Минку, кстати, Кин. Так, простимился еще раз. Прирост гигантский. 137-113. Казалось, что для Рога все замечательно, да, здесь. Но прилетели либераторы, заняли имба позиции просто какие-то. Королев наминусовали, дронов наминусовали. В итоге Рог не отмасился нормально. Здесь и Кин продолжает давить. 85-44. Это да, это ГГ, это 3-1 Кин, ребятки. Это конец отборочных на сегодня, я вам так скажу. Ну а я вернусь сейчас без задержки.